Всем привет, ребят. Ну что, трешуем. Сегодня опять поломались у нас немножко сервера. Но это нам не мешает трешевать. Как видите, силушка по чуть-чуть растет. Некоторые плюхи я уже достал. Вот есть новый герой. И самое интересное, посмотрите внимательно на Тора. Максимальный левел не 50, а 80. И возможно, он будет еще дальше улучшаться. Посмотрим, как оно будет. Вот новый скин. Вот так он теперь выглядит. А я не могу его использовать, потому что нету. Вот так вот не могу. Бред. Блин, крутой, конечно, скин. В общем, вот как-то так. Что интересного есть? Поехали. Поехали дальше. Divine Two — это вторая эволюция. А, мне надо 20 уровень сделать. Фу ты, блин. Я тут мучаюсь. Отлично. Чик. Вот так вот. Apply. Вот теперь такой у меня будет Тор. Блин, прикольно, конечно, он смотрится. Вот видите, максимальный уровень какой. Так, ладно. Это такое. Сейчас мы дойдем. Поехали в гильдию. Поговорим сегодня о гильдии, что есть в гильдии, так как не работает, сейчас все там мучаются и ничего не могут пройти. Мы уже попроходили многое, и мы сейчас будем посмотрим гильдию, что есть в гильдии. Так, это у меня апгрейд, а нам особо не надо. Видите, чем выше гильдии, уровень гильдии, тем больше людей сможет в ней участвовать. Так, апгрейд. Ну, потом я сделаю апгрейд и поехали в сам холл. Вот моя гильдия. Первый уровень. Лидер, сила, 18 человек. Локейшн, видите, континент 1. Вот так вот, на первом континенте мы находимся. Все. Будут форты, вот видите, фортресс. Скорее всего, будет что-то интересное. Вот как раз оно за мной. Оно еще не активно, пишет, что coming soon. Поэтому, значит, будет скоро. Так, битва. Нет никакой инфы про битву. Видите, нету никакой битвы еще. Квесты есть. Сейчас мы их пооткрываем, они у меня открыты. Также можно донатить, ну, 3 часа должно пройти в гильдию. И есть гильдейский магазин, в котором вы можете нанимать либо героев. Видите, Маэстро Шард, новый герой, то есть вы его можете получить. Получить плюхи для прокачки, то есть, по сути, здесь реализовано то, что не было реализовано в битве замков. Ну, точнее, сейчас уже сделали гильдейский магазин, но здесь он намного ярче и круче, то есть вы можете собрать определенные плюхи. Так, Fortress Locator. А, это мы сможем переставить гильдию в любую другую локацию. Вот так вот, прикольненько. Так, поинты для глобальной карты. 100 штук. Герои экспишки и ресурсы. Ну, в принципе, довольно-таки, я вам скажу, неплохо. Такс, хорошо. Это мол. Вот мои друзья, те, кто в гильдии. Надо будет потом сделать чистку. Кто не качается, буду кикать. Дальше, что у нас еще есть интересного? Ассисты. Вот видите, это можно помогать друг другу.
То есть кому нужна помощь. Это, в принципе, очень хорошая тема для постройки. То есть гильдии могут помочь вам. Так, распустить настройки. То есть здесь можно выбрать, кто может присоединиться. Переименовать можно. Видите, гильдийская почта есть. Тоже, кстати, очень удобно. Те, кто играет, континент 1. Гильдия. Так, а ну что-то можно с ними делать. Ага, это можно посмотреть в гильдиях, что там есть в ней. Ну, вот так вот на континенте. Так, ладно, окей, тоже в принципе. Здесь выставляются возможности каждого игрока. Application. В общем, вот так вот. Вот здесь ранг. То есть наш ранг сейчас лям 100 практически. Такс, завтра в 8 утра оно заапдейтит. Такс, это другие ранги. Окей. С этим разобрались. Поехали сюда. Вот. За активность будут давать сундуки с ресурсами. Да, тут везде в нижних ресурсы, как видите. Вот этот мы получили уже. Также есть за донат Total Donation. Тоже будут давать это в гильдию. Ну, такие себе. Daily Login. То есть, сколько раз вы вошли в игру. И Total Assisted. Это сколько вы помогли. Ну, насколько я понял. Поехали, пооткрываем плюшки. Посмотрим, что с них падает. Так, с этого нам выпало Guild Contribution 100 и ресурсики. Я так понял, здесь все будет связано именно с гильдией. Так, хорошо, поехали дальше. Еще одни. И максимальный. Ну, и здесь, как видите, падает уже с последнего гемы. Вот так вот. Ну, пока больше по гильдии, к сожалению, ничего нет. Так, чтобы вы видели гильдию, сейчас я вам покажу ее на глобальной карте. В принципе, мне реализация вот этим нравится. То есть это не стандарт. Это не то, что было в битве замков. А тут гильдия, вот как видите, она развивается. То есть она растет. Вот у нас есть какие-то соседи. Тут надо будет разбираться. Тут у нас гарнизоны. Так, это можно переименовать. Хорошо. 130, нифига себе. В общем, здесь я ни хрена не понимаю, наверное, как и многие, что здесь делать надо. Но сейчас, я думаю, разберемся. Так, это нас сейчас вернет на героев. Континент 1. Здесь вот мы находимся на континенте 1. Так, окей, с этим разобрались. То есть это мировая карта. Прикольненько смотрится. Это какой-то замок. Надо будет, наверное, его захватывать, что ли. Ого, нифига себе. Блин, жестко. Ну, в общем, будем разбираться. Так, это мы бегаем по континентам. Гильфтарф, Нотлингт. Гильфтарф, ну окей, сейчас пойдем. Ну, в общем, я здесь еще не разобрался. Знаете, напоминает игра Пираты, по-моему, или что там то же самое было. Так, построить. Кстати, сколько дадут? За них дают тоже силушку, ничего себе. Настрою тут всякой дичи.
общем, надо будет заняться растой. Подумать над растой, какая удобная, потому что здесь у меня, видите, уже очень много всего построено. Мы наделаем дичь-дичь. Select all. Вот видите их. Можно вот так вот улучшать там до какого-то левела. Ну давайте попробуем. Вынесем одну, хотя бы попробуем. Pre-upgrade. Ого, смотрите. А, это, блин, это соскочило. Думаю, что за фигня. Чем-то улучшаются они за золото. У меня, по-моему, на моем випе уже до 7 могу доходить. 8. Реапгрейд. А, все. Вот так вот. Вот такое. Дает плюс 5 силы. Так, инфу. Ну, то есть это надо будет стены делать. Ну, прикольненько смотрится, конечно. А, до этого мы еще дойдем дальше. Давайте за самики улучшим. 10. Давайте еще 11 посмотрим. Она должна как-то поменяться. Не, не поменялась. А, так, хорошо. А, куда гемы тратить? Видите, проблема у всех сейчас. Такс, 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 такс. Блин, нас все время тянет сюда. Поехали. Гильдию обратно. Точнее, на мировую карту. В общем, пухи гильдейские. Будем разбираться. Вот по карте, кто играл уже, вот видите, можно двигаться. Сейчас оно прогрузится. Вот могу уже нападать. Ну окей, третий левел. Можно получить ресурсы вот так. Вот такие вот ресурсы отсюда дают. Ну, давайте выберем этого. Need troops. И не дает. Вот я не знаю, напишите, ребят, в комментах, что это за фигня. Я не понимаю. Оно у меня вот этих отправило нормально. Или оно требует юнитов, скорее всего. Хорошо, не вопрос. Эти побежали. Гарнизон. Он не хочет расставлять, блин. Что за фигня? $12,800. Резервисты. 12,800. Это максималка. Наверное, из-за того, что у меня там герои перекачанные. Я просто тупо не могу ничего делать. Скорее всего, что так. Так, эти возвращаются обратно. Давайте попробуем захватить. Вот видите, здесь я захватил землю. Попробуем этими. Вот нет трупс опять. Ну, будем этими бегать. Наверное, надо просто ставить, знаете, одного этого. Давайте посмотрим сейчас. Так, это будет скоро. Это наша гильдия. Так, гарнизон. Вот я могу еще добавить одного героя. Кого такого взять, интересно, ну, окей. Максимально давайте наймем. Для крутого. Вот, теперь все нормально. Наконец-то.
Все, теперь понятно. В общем, юнитом нам надо. Так, хорошо, что у меня дают еще одного героя добавить, отлично. Давайте еще одного добавим. Не вопрос. Ресурсов, в принципе, у меня хватает. Так, отлично. Вот такая у нас темка. Ну что, поехали попробуем кого-то ломануть. Так, мы не можем пока атаковать, но мы можем отнимать у них энергии. Видите, что есть, вот какие ресурсы, где что производит. Ай, вышел не туда. Теперь мы можем свободно атаковать нашим отрядом. Вот наша мировая энергия, которая израсходуется, которую можно, в принципе, за самым пополнять. Вот началась битва у нас. Что, мы получили люлей? Нет, мы все забрали, отлично. Короче, жесть. Жесть, жесть. Так. Видите, здесь захваты получаются территорий. Давайте попробуем завоевать. Ну, в любом случае, как видите, надо пробовать убивать именно героев, именно таких там первые, вторые, чтобы получать плюхи с них. Вот они все побежали. Я думаю, мы там его развалим сейчас. Отсюда, видите, можно собирать, фармить героев. Я не знаю, конечно, что там дальше будет. Видите, нападать я не могу пока, к сожалению. Вот так вот таким вот образом бегать, захватывать, и соответственно вы будете получать за это ресурсы. Вот у вас есть клетки, которые вы можете бить, да, то есть плотс гилд холл надо улучшить, и тогда мы сможем побольше набить. В принципе, неплохо, мне это нравится. Тут можно обычными забирать. То есть чем больше вы, ну, так чтобы вы понимали, чем больше вы набьете, тем круче будет это все. Дело у вас продвигаться быстрее.
Кстати, неплохо дают плюх. И качаются тоже довольно-таки неплохо. Все, у меня осталось 5. 12-16 по участкам. Это то, что я завоевал. Вот, видите, больше у меня сейчас не хватает маны, то есть, соответственно, надо ее добывать будет дальше, в дальнейших. Вот так вот, таким вот образом расстраивается гильдия. Можно будет дальше тренировать. Ну, так вот. Здесь, в принципе, я думаю, мы разобрались. Так, поехали на базу. Посмотрим, что мы там выбили интересного. Так. Поехали на друида посмотрим. Вот друида мы можем уже улучшить. Уже 60-го может быть левела, но видите, я не хочу здесь пассивки тратить, я их пока оставляю на эчо. В общем, вот так вот, ребят, я вам показал, что такое гильдия. Будем дальше ее улучшать, апгрейдить, но, к сожалению, видите, не работает что-то, ничего у нас. Райды не работают, ничего не работает. Так, это плюшки получили. Кстати, есть такие вот рейды. Ну, поехали. Это совсем другие батлы, но, наверное, они сейчас тоже зависнут. Потому что ничего не работает. Видите, даже шкала медленно запускается. До 70 дойдет и станет. 69 даже. Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.